Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 72 на странице 29 рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маром. Найди частное подбором. 64 разделить на 16. 16 умножим на 4, получается 64. 96 разделить на 24. 24 умножаем на 4, получается 96. 42 разделить на 14. 14 умножаем на 3, получается 42. 63 разделить на 21. 21 умножить на 3 равно 63. 90 разделить на 18. 18 умножить на 5 равно 90. 84 разделить на 12. 12 умножить на 7 равно 84. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.